Всем привет, дорогие друзья, на связи Кася, Даючка, ребята, и сегодня мы снова поиграем с вами на проекте Black Russia. Итак, ребятушки, давненько у нас не выходил ролик, посвященный промокодам, и на самом деле вы в комментариях пишете, объедини все уже наконец в один ролик. Я так подумал, решил сделать подборку, ребята, сегодня промокодов, которые будут посвящены тачкам, ну и, разумеется, немножко деньгам. Поэтому устраивайся поудобнее, прожимай лайк, ну и, конечно же, не забудь подписаться на канал, чтобы не пропускать, в общем-то, новые серии с подборками промокодов. Особенно, когда появляются свежие, я обязательно сразу, конечно же, дропаю ролик. Короче, ребятки, сразу скажу, для тех, кто еще никогда в жизни не играл в Black Russia, то это ваша большая ошибка. Присоединяйтесь прямо сейчас, не думайте. Качайте игру по ссылочке в описании и, конечно же, скачивайте ее себе на телефон. После чего заходите, придумав свой ник на сервер СПБ и играйте вместе со мной. Сразу сходу, ребята, делюсь с вами своим промокодом. Непосредственно промокод ютуберский, ребята. Вводите его, и большинство промокодов, которые есть в игре, нужно со второго уровня. Для этого, если кто-то не знает, как этим пользоваться, нужно нажать на чат и ввести команду /промо. В общем-то, откроется вот такое меню, где нужно активировать промокод. В общем-то, сюда, ребята, вводите мой промокод Топкин, ребятки, и получите сразу сходу 15 тысяч рублей. Сумма, возможно, небольшая, но смотрите мои ролики, особенно как получить права. Вот именно туда я рекомендую всем новичкам эти деньги тратить, потому что права — это самая необходимая штука, которая есть на любом проекте. Кстати, если ты не знаешь еще альтернативный способ ввода, то можно нажать на меню и, в общем-то, на вот эту вот кнопочку промокод. И то же самое меню вылазит, и сюда ты вводишь все промокоды, которые будут в этом ролике. Самое интересное, что, ребята, я буквально в прошлой серии купил Бэтмобиль, и было указано, что он одноместный. Оказывается, в игре есть баг, и этот Бэтмобиль то ли, что ли, не двух, то ли трехместный. Поэтому довольно-таки интересная штука, особенно то, что люди, которые садятся в тачку, сидят друг на друге. Это максимально как-то глупо. Ну да ладно, ребят. В общем-то, после того, как вы ввели мой промокод, ребята, ютуберский на втором уровне, можете смело вводить следующие промокоды. Сразу хочу сказать, что эти промокоды работают на всех серверах, но есть одно но. У кого-то они вводятся, у кого-то они не вводятся. Тем более, ребята, на СПБ некоторые пишут, что вообще ни у кого никакой промокод не работает. Другие ребята пишут, что у них все нормально. Поэтому, ребята, не знаю. Я делюсь с вами информацией, которая уже проверена. Поэтому пользуйтесь, конечно же, ребята, и получайте удовольствие от игры Black Russia. Итак, ребят, я решил сегодня пробежаться по промокодам, которые, в общем-то, дают вам возможность покататься на той или иной тачке. В общем-то, машин довольно-таки много халявных. Но учтите, что некоторые промокоды работают только на конкретных серверах. Если хотите узнать, какие именно и на каком сервере, смотрите уже прошлые ролики. Сегодня в этом ролике я буду просто делиться с вами всеми промокодами, которые, в принципе, скопились за все это время. Итак, ребята, сходу сразу погнали. И первый промокод дает вам Камри. Первый из них на 5 часов. И третий, ребята, дает Камри на 10 часов. Единственное, но эти промокоды нужно водить друг за другом. То есть, в чем смысл? Вы ввели первый промокод, откатались 5 часов на тачке, водите второй. Откатали второй, водите третий, чтобы ваша Камри просто так не, как говорится, пропадала. То есть, максимально выжимаете соки непосредственно из всего этого дела. Первый промокод называется Чикимони, второй Меркурий и третий Митин. В общем-то, ребята, думаю, что промокоды всем знакомы, но я посчитал, что Камри машина хорошая, поэтому сюда это дело сразу же вам, как говорится, выставляю на показ. Пользуйтесь, конечно же, качайте и катайте на тачках. Следующий промокод тоже стар, как, не знаю, как Black Russia, наверное, поэтому вводите его смело. Промокод называется PLVR, который даст вам BMW M5 на несколько часов. Машина прикольная. В принципе, для того, чтобы добраться из точки А в точку Б, вам она вот вообще пригодится без каких-либо проблем. Промокод на машину пожирнее называется #Shark, ребята. Да, название говорит само за себя. Это та самая легендарная акула Mercedes GT63S. Очень хорошая, быстрая тачка. Поэтому, как следует, подготовьтесь к этой машине. Она очень быстрая, и не каждый, наверное, с ней сможет справиться, потому что я так наблюдаю за ребятами, которые получают тачки по промокодам, ездить они особо не умеют. Постоянно вылетают навстречу, и от ДТП просто на каждом шагу. Поэтому, как говорится, будьте осторожней. Следующий, ребята, хороший промокод, как говорится, не отходя от кассы, называется #JustDan, ребята, который даст вам Cadillac Escalade на 5 часов. Тот самый, ребята, который был когда-то у Моргенштейна. В общем-то, о нем и песенку он сочинил. Короче, ребят, машина хорошая, прикольная, ну, далеко не самая быстрая, но зато, как говорится, вид имеет. Кадиллак машина такая, стильная довольно-таки, я считаю, поэтому пользуйтесь, выделяйтесь из толпы, надеюсь, вам транспорт понравится. Опять-таки, один из довольно-таки старых промокодов, #Black, ребята, который даст вам Ford Mustang. Напомню, что Mustang можно либо купить, либо достать из бронзового самого первого кейса, он там чуть ли не самая топовая тачка, но, тем не менее, машина строптивая, быстрая, очень хорошая, поэтому с ней справиться, наверное, тоже не каждый сможет, тем более машина, если резко вот так тормозит по тормозам, очень часто выкидывает с дороги. Имейте в виду, машина крутая, но дается на очень короткое время.
время. Следующий промокод работает конкретно только на одном сервере, если честно, не помню какой, но тем не менее укажу его здесь. Хэштег Lenso называется и дает BMW i8, ребята, то ли на 3, то ли на 5 часов. Машина, в принципе, тоже по промокоду ютуберскому, создан он был уже очень давно, поэтому имейте в виду. Ну как же, ребята, без нашего легендарного гелика? В общем-то, Mercedes-Benz G65 AMG, тот самый, можно получить по промокоду ENBR, если его ведете. Очень хорошая машина, прикольная, она дается всего лишь на 1 час. Как говорится, посмаковать, посмотреть, что такое за, как говорится, чудо, что за автомобиль. Но автомобиль полностью, ребята, конечно же, хороший. Ну, хотя далеко не самый быстрый. Если вы хотите покататься на по-настоящему серьезной тачке, то можете ввести промокод хэштег LMikeLambo, которая, соответственно, даст вам ламбу Aventador на 5 часов. Но опять-таки, ребят, повторюсь, данный промокод работает конкретно только на одном сервере. И вроде сервер называется Чока, могу ошибаться, можете меня поправить в комментариях, но тем не менее промокод, ребята, козырный. Но, кстати, иногда ивенты Black Rush делает, и на этих ивентах можно покататься на машину. Вот когда было 2 года Black Rush, буквально недавно, вот именно на этой тачке можно было покататься. Господи, попал в аварию, такое тоже бывает. Следующий и, наверное, последний козырный промокод на тачку, который существует, называется Start, ребят. Самое интересное, что на старых серверах этот промокод давал старенький Mercedes V124, такой не особо интересный. А вот, ребята, на СПБ, когда я начинал, этот промокод мне дал BMW M3, получается, на 48 часов. И дал непосредственно еще скин Black Rush и Platinum VIP на целый день практически. Что-то типа того, либо на 12 часов, могу ошибаться уже, потому что прошло 2 месяца. Промокод прикольный, интересный, пользуйтесь. И самое интересное, что у меня он заработал только, наверное, с 5 или 6 раза, когда я его водил. Не знаю, с чем это связано. Но такая тема была, поэтому, ребята, имейте в виду, возможно, работает все на костылях, это тоже нормальное явление. Ну и, ребята, последние 3 промокода, не самые вкусные, не самые интересные, но тем не менее. ВАЗ-2114 будет доступна вам на 5-8 часов, если вы ведете промокод обычный, такая латинская заглавная буковка L, и промокод DEV. В принципе, ребята, тут все понятно. 14-я машина не самая быстрая, но, как говорится, когда нету других вариантов, почему бы и нет, покататься вполне сойдет. Ну и, ребята, промокод BRVK дает вам окушку, маленькую такую бешеную табуретку, которая, конечно же, ну, очень сильно неинтересно, но, как говорится, на безрыбье, и окушка будет вам спорткаром, особенно когда вы далеко где-то находитесь от места, где можно купить себе заспаунить скутер. Что ж, это, пожалуй, были все промокоды, которые касаются непосредственно тачек, поэтому, ребят, других промокодов пока не существует, как минимум я про них не знаю. Если они и есть, то они ютуберские, а напомню, что ютуберский промокод вводится только 1 раз, и больше вы потом другой ютуберский промокод ввести не сможете. В общем-то, надеюсь, что информация была вам полезно, поэтому обязательно не забывайте на 2 уровне, как только его получили, сразу вводить мой промокод хэштег Топкин, чтобы получить деньги себе на счет. Это очень важно, ребята, это поможет также развиться и мне. Ну и, конечно же, ребята, после того, как ввели мой промокод, обязательно вступайте в мою фаму, ребят. Семья называется Best Guys, ребята, нас уже очень много, и, разумеется, есть личный транспорт в семье, который вы можете юзать уже прям сразу с первого ранга, как зайдете в игру. Единственная только просьба, не забывайте заправлять и чинить тачку, если вы на ней покатаетесь. А так, в целом, ребята, увидимся с вами в игре на сервере SPB, когда будут свежие какие-то интересные, прикольные промокоды. Разумеется, я с вами буду сразу же делиться, поэтому не забудьте подписаться и настроить колокольчик, чтобы не пропускать все это дело. Кстати, ребят, самое интересное, что постоянно играю через Wi-Fi, но сейчас у меня интернета почему-то нету. И, в общем-то, через Wi-Fi игра вообще не виснет, стабильные 60. А вот через 4G, где много людей, я смотрю, немножко подлагивает. Поэтому, по возможности, рекомендую всем играть именно, конечно же, с Wi-Fi. Всем спасибо за просмотр, всем пока, увидимся в скором будущем.